Главная международная новость. Сегодня вступили в силу новые американские санкции против Ирана. Они затрагивают более 600 физических и юридических лиц в Исламской Республике и сделки с иностранными компаниями. При этом Вашингтон угрожает ограничениями всем, кто продолжает сотрудничать с Тегераном. В Госдепе заявили, что такие страны, цитаты, будут наказаны и лишатся возможности вести бизнес с Америкой. Дональд Трамп, который давно объявил Иран едва ли не главным врагом и вышел из так называемой ядерной сделки, по которой Иран согласился прекратить ядерную программу в обмен на отмену санкций, назвал новые ограничения самыми жесткими из когда-либо вводившихся. В Тегеране ответили, что их не боятся. Это самые масштабные санкции, которые когда-либо вводились, и мы еще посмотрим, что случится с Ираном, который плохо себя ведет. С Ираном, который еще до моего вступления в должность собирался установить контроль над всем Ближним Востоком. Господин Трамп решил пойти войной на наш народ? Что ж, сегодня иранцы покажут, что американский президент слишком мал для того, чтобы поставить нас на колени. Президент Ирана Хасан Рухани сегодня заявил, что Тегеран продолжит торговать нефтью с другими странами, несмотря на санкции. ЕС, напомню, ранее уже объявил о создании специального финансового механизма, который позволит американские ограничения обойти. Простые иранцы тем временем вышли на улицы с антиамериканскими лозунгами.